В Беларуси накануне отметили один из самых народных и любимых праздников – День труда. 1 мая для белорусов по-прежнему остается знаком весеннего обновления и светлых надежд на будущее. Точкой притяжения минчан стал Парк Победы. На праздник люди приходили целыми семьями. Кроме концерта и большого фудкорта, который развернулся по периметру парка, здесь открыли интерактивные площадки. На них можно было попробовать себя в самых разных ролях. Гости праздника могли научиться основам медицины, вождению автобуса и даже столярному мастерству. Для детей площадка, батуты и аттракционы. В первый майский день не скупились на эмоции. Белорусы с удовольствием делились своими впечатлениями от праздника. Праздник 1 мая – это праздник, не знаю, моего детства. Вот я вспоминаю, как мы все с семьей, я маленькая, лет 5 мне было, и мы с семьей всегда наряжались, всегда одевали новые наряды, шли, было весело, интересно. Самое важное в жизни, наверное, это память. И именно такие праздники, как 1 мая, демонстрации. Недаром говорят, Беларусь помнит. Не только Беларусь. Мы, наверное, все помним, дети тех поколений, когда мы собирались вместе с родителями и шли на этот праздник. Прежде всего для меня это праздник семьи, праздник любви, праздник дружбы. Очень здорово. Мы так рады, что у нас есть в городе такие праздники. Весело, хорошая погода, очень все хорошо. Ярко, столько впечатлений. Гости, которые уже много поколений осваивают одно дело. Белорусы провели этот теплый выходной день на свежем воздухе. В Гродное 1 мая отметили открытием сезона фонтанов. В Могилеве по традиции обновили областную доску почета. Сотни цветов были возложены к памятникам и мемориалам во всех областях Беларуси.